В кранах Северодвинцев на 30 градусов остынет горячая вода в это воскресенье. В городе начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. А в понедельник, 30 мая, горячая вода и вовсе пропадет во всех городских квартирах. Горячая вода начнет возвращаться в городские квартиры примерно на 4-5 день после начала испытаний. Предварительно первыми счастливчиками станут жители острова Ягры. По словам специалистов, сложнее подключать отдаленные от ТЭЦ районы, например, квартал. Во время испытаний на сети подадут максимальное давление. После этого специалисты их осмотрят и устранят выявленные дефекты. Цель одна – подготовиться к зиме качественно, чтобы зимой никого не отключали. А воду отключаем в городе почему? Потому что, во-первых, давление поднимается, пресновые системы их не выдержат. А второе, температура расхолаживаем до 40 градусов, то есть она ниже нормативной. И потребителю не имеем права просто такую воду давать. При обнаружении на участках теплосетей тени, горячей воды, парения и промоин грунта необходимо сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 55 03 54.